Вот так выглядит вид вне палатки. Лодки. Горы. Ну что, Маша, как тебе лодка? Она очень специфичная. Ну, прекрасна в своей жестокости, скажем так. Брутальная, да. Наша экскурсия по поляне Аксаута продолжается. Йога, пати перед сплавом. Стол. Почему стёбно? Это правда. Я вчера зашел и офигел просто реально. Смотрите. 2 5-киловаттные штуки. Газ. Реальная плита. Вот так должно все выглядеть. А можно было, да, на коврике здесь сидеть? Можно сидеть, когда можно на коврике сидеть. Все грузят свои лодки вот на тот УАЗик туда-сюда. Аксаутовые, да. Мы уже приехали на сплав. Каякерское междуречье. Все, что между каякингом. Поговорить, потрещать. Замечательная река и даже снег. У нас на поляне пошел дождь. Такой большой сильный дождь. Ребята говорят, часто были дожди. Вон лодки приехали. Фрэнки. Поляна прям офигенная для того, чтобы делать каяк-лагерь. Кстати, я посмотрел прогноз перед выходом и взял зонтик. Смотрите, ребята, сейчас шел по поляне и нашел лодку свою, бывшую, которую я продал еще в 2015 году. Представляете? Вот эту трещину я сломал. Смотрите, как круто выглядит эта тачка с лодками. Вот, еще пацаны подтянулись. О, ветерок как красивый, блин. Офигеть.